хотим посетить очередной бассейн. Это Тюркский дворик по Алматинской трассе. Вот все вы знаете, Адреналин, роллер-клуб. И получается вон слева от этого клуба находится бассейн. Там все, в общем, комплекс. Сейчас мы вам все там покажем. Вы видите вот Коктем. И вот здесь нужно будет повернуть направо. Вот, собственно, Тюркский дворик. Вы уже на его стоянке. Вот оттуда вы входите, получается, проходите по этой дорожке. Мест посадочных очень много. Такие вот, как бы, летники. Там впереди сам бассейн. Здесь какой-то домик, я не знаю, что это тут. Вот, смотрите, коктейли есть, молочные коктейли, лимонады. И что интересно, в Тюркском дворике нет крепких алкогольных напитков, максимум здесь есть пиво. Вот цена на пиво. Ну, в принципе, можете заказать, покушать, что? Шашлыки, что мы любим есть обычно. Пицца, смотрите, цены, вот закуски, какие есть, бургеры, салаты, там первые блюда, вторые блюда. Тепло, да. Вот я нырнул. Я люблю нырнуть, потом сидеть так, не спеша. Это, в общем, VIP-зона, здесь ни за что не платишь, здесь вообще такого нету депозитов, понятия там. Куда хочешь сел, 1500 вход стоит, и, в принципе, пойдем покажем сейчас. Можно закатить банкет, в принципе. Места очень много. Большая такая площадка. Бассейн глубокий, вот здесь много лежаков. Сегодня погода немного пасмурная во второй половине дня. У нас стало таки так всегда, почему-то в этот год. Такие заказали наггетсы, оказывается, это я не знал, что такие наггетсы еще бывают. Мы уже где-то половинку съели, вот половинку съедаем, прикиньте, наггетсы. Айфри, вот такая вот доза. Такая вот пицца стоит 1400 тенге, 4 сезона называется, ну посмотрим на вкус. Что мне нравится в Тюркском дворике, здесь мягкое дно, мягкий пол, и меня уносит куда-то. Что, будешь нырять? Давай. Я вот так это подержу, потому что... Сейчас мой Кен будет нырять. Опа! Глубина здесь больше 2 метров. Это здесь где-то на первой половине.